В общем, у нас с Софиюшкой тут спор вышел. Я говорю Софии, что это называется бобриные писюльки сок. Вот эпель это бобриные, и нектар это писюльки, в общем. Значит, вот здесь у нас изображение бобра. Значит, здесь у него глазки. Здесь у него попа, здесь у него хвостик. Значит, София спрашивает, здесь у него, в общем, ротик. София спрашивает, почему у него, что у него здесь такое. Я говорю, брови. Она говорит, что брови вот здесь. Я говорю, это у бобров, вон там брови. Значит, еще она говорит, что у бобров шерсти нет. Я говорю, как нету? Вот, значит, вот красная шерсть, пожалуйста, у бобра у этого. Значит, она говорит, а почему здесь белая? Я говорю, ну все просто, потому что у бобров там на попе шерсть красная, а спереди белая. Вот и все. Итак, теперь София, вот она почему-то не согласна со мной. София, почему ты не согласна со мной? Потому что я знаю, как по-шведски называется яблоко. Это apple. А это по-немецки написано. Нет. По-немецки apple это бобер. Нет. Да. Ты немецкий знаешь? Немножко. Например. Хаос. Хаус. А я не помню, как по-немецки, но может быть и так. Я же не про английский говорю, а про немецкий. Как же я дом-то по-немецки? Ну, не важно. Окей, но Apple по-немецки это бобер. Да. Ну смотри, ну это же бобер, это же изображение бобра. А здесь какой цвет, смотри, это же писюльки. Нет? Это бобры. Они едят яблоки. Это яблочные бобры специальные такие. Красный яблочный немецкий бобер. Писюльки не такого цвета. Да как не такого? Похоже. Красный яблок. Попробуй сам вот такие. Красный яблочный бобер из Германии. Вот он вот так вот выглядит. Вот такие же фотокарточки в Ютубе есть. А вот скажи на YouTube, по телевизору, существуют такие бобры Какие яблочные? бобры? Красные яблочные бобры? Да. Очень. Это самые распространенные бобры в Германии. Нет? Уверена? Ну и что же ты думаешь, что это такое? Яблочный сок. Яблочный сок. Просто. Это же не весело. Просто яблочный сок. Ну вот это разве... Яблочный Ну смотри, нектар. это же похоже на бобра. А с Нет? другой стороны, это яблоко. Кусок Ага. яблока. Мне кажется, это яблоко на бобра напало. Нет? Или бобер хочет съесть яблоко. Ну как-то так. Яблоко. Ну ладно, ладно. Теперь. Ладно, может быть, это и не бобер даже. Все-таки не знаю я даже уже. Ты вот, Софишка, что думаешь это все-таки? Яблочный нектар. Яблочный нектар. Ну хорошо. Я после этой серии пойду спать.